Скажите, Ватсон, что означает флаг, поднятый на флагштоке Букингемского дворца? Я полагаю, это означает, что мы находимся в Великобритании, Холмс. Да, я не подумал об этом. А еще, дорогой Ватсон, это означает, что королева находится во дворце. Но, Холмс, флаг исчез. Это значит, что королевы нет дома, правильно, Холмс? Это означает проделки Мариарти. Ватсон, за мной. Холмс, мне кажется, чего-то не хватает. Совершенно верно, Ватсон. Нам нужен Тоби и свисток. Ватсон, время пить чай. Холмс, я давно хотел спросить вас, в чем смысл сохранения в современных условиях такого аргумента, как монархия? Теперь, когда глобализация общественных институтов достигла... Осторожно, Ватсон, это криозот! Холмс, флаг испорчен, все пропало! Холмс, все пропало! Я думаю, дорогой Ватсон, вы сильно ошибаетесь. Боже, храни королеву! Я все понял с самого начала. А вы, Ватсон, говорите, зачем королева, зачем монархия? Тоби, голос. Молодец.